О женской доле быть супругой моряка-подводника рассказала журналист и писатель Елена Леонова с книгой «Полное откровений. 14 прикосновений». Автор посетила городской музей Полярного. 14 искренних прикосновений. Столько нужно каждому человеку получать в день, чтобы чувствовать себя счастливым. Об этом рассказывает одна из героинь рассказов Елены Леоновой. Автор книги не скрывает, в основу многих произведений легли истории реальных людей и ее собственные воспоминания. Во-первых, прошло время. Во-вторых, все-таки я поездила, пообщалась с людьми, в том числе и в Северодвинске, и поняла, как под этой обложкой связаны судьбы людей, кораблей, городов. Это Гаджиев, это Северодвинск, это Полярный, это Северный флот в целом. И, в общем-то, объединяющим началом, конечно, служит любовь и умение ждать. Это то, о чем я всегда говорю, что любовь и умение ждать – это не меньше составляющая боеготовности страны, чем вся мощь военно-морского флота. Елена Леонова большую часть жизни прожила в Гаджиево. В Большом Зато ее знают и помнят как журналиста и редактора местного телеканала. Но покинув край земли, писательница стала скучать по родным местам. Так появились новые произведения. Как ты переключилась, когда начинаешь скучать по людям, по родному городу? Оно как-то начинает вспоминаться, писаться. И вот там я и сказки написала, и новые рассказы. И, в общем, я рада, что книга родилась именно там и связала вот так вот несколько таких вот особенных населенных пунктов. Несмотря на легкие названия рассказов, их содержание невероятно проникновенно и трогает даже суровых с виду мужчин. Многие подводники в личных беседах с Еленой признаются, насколько важно понять чувства своих, всегда ждущих на берегу жен.